Мотопредставление, нашиды и просто праздник для детей устроили представители строительной компании «Капиталстрой» совместно с дагестанским байкерским клубом «Black Eagles MC». Учащиеся Каспийской школы номер 6 такой перемены не ждали, но были приятно удивлены. Встреча выдалась познавательной. В непринужденной обстановке ребятам рассказали о духовно-нравственных ценностях нашего общества. И дети внимательно вслушивались в слова и отвечали на вопросы ведущего. Строительная компания «Капиталстрой» регулярно проводит подобного рода акции и сейчас запустила новый социальный проект «Вместе строим будущее». Наш слоган «Вместе строим будущее». Сегодня мы это мероприятие тоже назвали так «Вместе строим будущее». Почему? Потому что вот наше будущее – это вы. Вы стоите перед нами. Организаторы считают дети подарок судьбы. И сделать небольшие подарки со своей стороны считают долгом. В дальнейшем они планируют оказывать финансовую помощь детям из малоимущих семей. То, что мы сегодня в состоянии вам чем-то помочь, это милость Всевышнего Аллаха. Мы только рады как бы быть инструментом в его руках. Тут много прозвучало красивых нашидов. Последний нашид про мать меня очень растрогал. Я хочу всем вам пожелать, чтобы вы подумали еще раз, ценили то, что Всевышний нам сегодня дает возможность при живых родителей обнять их, поцеловать их.